И еще про космос. Алматинские дети теперь смогут отправиться в космос. В торговом центре Исинтай, мол, началась интерактивная выставка «Дети на Луне». Почувствовать себя настоящим астронавтом смог каждый ребенок. Помогли им в этом новые технологии. А в реальности гости смогли пообщаться с настоящим космонавтом Тактаром Аубакировым. Подробности в нашем сюжете. До Казахстана выставка «Дети на Луне» побывала в 29 странах, но на территории СНГ ее показывают впервые. В Алматы экспозиция прибыла из Греции. Проект позволяет не только узнать о поэтапном покорении космоса, но и почувствовать себя настоящим астронавтом благодаря интерактивным элементам. Впереди предстоит каникулы, и вот именно каникулярный период нам бы хотелось, чтобы вы побольше узнали, познали, отдохнули хорошо, набрали сил. И уже к сентябрю вот такой заполненной энергией, чтобы вы начали новый учебный год. На выставке представлены 18 дисплеев с фотографиями астронавтов и автографами, а также муляжи планет Солнечной системы. В проекте «Дети на Луне» принимали участие известные астронавты, первые покорители космоса в разных странах. В Казахстане выставку открыл первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. Будущее – это вот наши дети, понимаете? Когда мне сказали, я без колебаний принял решение прилететь сюда и открыть эту выставку. Эта выставка еще даже в России не была. Можете представить, она у нас в постсоветских государствах впервые проводится у нас. Главным в выставке организаторы считают ее интерактивное наполнение. Две космические специально сконструированные модели – Земли и Луны. Земной интерьер выстроен с помощью изображений космоса, а пол лунного модуля имеет специальное покрытие, создающее эффект настоящей походки по Луне. Все такое интересное, и в космосе очень красиво, и там космическое пыльца очень удивляет. Можно узнать все о космосе. Здесь мне понравился больше взлет Луны, потому что это было так красиво, и они все высчитали. Мне понравилось больше всего, что мы узнали о Луне, то, что мы узнали больше, чем мы знали. В Алматы выставку «Дети на Луне» можно посетить до 31 июля в торговом центре «Исинтай Молл». Экскурсии проводятся бесплатно ежедневно с 10 утра до 10 вечера для всех желающих в возрасте от 5 до 12 лет. Юлия Искевич, Талап Сагимбаев, телеканал «Алматы».